Глава региона отметил, что с каждым годом все больше людей выбирают для отдыха Азово-Черноморское побережье Кубани. За последние 18 лет число туристов в крае увеличилось почти в 3,5 раза. Кубанские курорты привлекают туристов со всего мира. Мы стараемся создать все условия для развития популярных у людей направлений туризма. С начала 2018 года турпоток на курорты Краснодарского края на сегодняшний день составляет больше 5 миллионов человек. Конечно, основная нагрузка в этом году приходится на Сочи из-за чемпионата мира по футболу. Его к 1 июля уже посетили свыше 2 миллионов туристов. Сезон только начинается, и я уверен, эти цифры покажут уверенный рост к окончанию лета. В связи с таким наплывом туристов в крае организовали оперативный штаб, который мониторит ситуацию на кубанских курортах. Ежедневно за безопасностью на набережных и в других общественных местах следят специально созданные мобильные группы.